Друзья, всем привет! Доброго времени суток! С вами Эля. 17 октября. Холода подступают. Я не нашла ничего лучшего, как решить показать вам коллекцию с высоты. Потому что на задних рядах я сама не вижу ничего, что там происходит. Но вообще-то у меня была идея показать вам Гуэрнию Хистрикс. Потому что она у меня не цвела, наверное, лет года 4, это точно. И вот в этом году один цветочек пробился к цветению. И я вам ее покажу. Просто увеличить у меня, наверное, не получится так, как я хочу. Но все ж таки, давайте мы ее посмотрим. Давайте вот так. Да, не видно ничего, да? Ага, видно немножко, да, смотрите, как бы такие зубчики вовнутрь цветка, темно-бордовый цвет, без запаха цветок. Ну, может быть, если всунуть туда нос, может, что-то и услышишь, но вообще без запаха. Вот такой он имеет. Не навести так, чтобы было... Давайте я попробую увеличить еще, да? Ага. Ну, такое таинство. Да. Не очень получается, но все же. Интересный такой цветочек с глубиной. Ну, вернемся. К обозрению. Давайте вот так. Оп. Что здесь продолжает цвести? Мамиллярия шиде. Скоро дождусь бутончиков вот этого представителя семейства ластовниевых. Все время забываю, как зовут. Прикольное цветение. Массово причем. Фаукария готовится. Два бутона, и там третий на подходе. Довольно поздно будет цвести. А ведь уже холода. Ну вот не прикажешь, значит подходит такое время. Суккуленты, я на них особо внимание обращаю как раз вот в это время. Время наступившей осени, когда прохлада. И когда суккуленты начинают себя проявлять более ярко. Да. Слезла с постамента, вернулась в семью. Так. Ну и здесь... Все то же самое. Единственное, что интересно, что распустится ли у меня турбиникарпус лапофоровидный. Цветочек на подходе. Эхинопсисы отцвели. Вот это чуть-чуть раньше. Все-таки я думала в одно время. Нет, один позапрошлую ночь расцвел. Нет, позапрошлую. А этот, наверное, позапрошлую. И посмотрите, какой держится цветок. Ну, я вам хочу сказать прикол, потому что этот цветок, он не на растении. Он почему-то падает у него, не держится. Вот это вот место. Очень тонкое, и оно постоянно, цветок начинает падать. Но зато вот в таком состоянии почему-то очень долго держится. Может, потому что холодно. Вот так и живем. Цветем отдельно. Почему бы и нет? Такая короткая зарисовка. А, ну и желтое счастье.
Да. Ну, в общем, все. Спасибо. Всем пока.